всей стране стала славной традицией отмечать выдающиеся события в жизни партии и народа безвозмездным трудом на благо Родины, ленинскими коммунистическими субботниками. Особенно дружным и организованным был апрельский субботник 1970 года, посвященный столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Накануне субботника командование гарнизона провело совещание с представителями различных предприятий и учреждений города, на котором были определены задачи на предстоящий день. Утро 11 апреля выдалось на редкость тихим и солнечным. Отсюда, с площади имени Ленина, начался юбилейный субботник. Его главной задачей стало благоустройство города. От рук самих жителей зависело превращение Ленинска в зеленый островок среди безбрежного моря песка. Важность этой задачи понимал каждый, и на улицы вышли все от мала до велика. Начались последние работы перед открытием памятника Владимиру Ильичу Ленину. Люблю громадье, размаха шаги сожжения. Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сражение. Комсомольцев и молодежи благоустроен городской пляж, приведен в порядок комсомольский парк. Слава
славно потрудились на субботнике коллективы многих предприятий и учреждений города. Госпиталя, городской больницы, управления торговли, комбината бытового обслуживания и многих-многих других. Большим вкладом в дело скорейшего завершения строительства городского дворца пионеров явился труд наших строителей. Готовили хороший подарок ко дню рождения пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Субботники – это замечательная традиция, рожденная героической историей нашей Родины. Владимир Ильич Ленин высоко оценил субботники, назвав их великим почином, прозорливо увидев в них ростки нового коммунистического отношения к труду, фактическое начало коммунизма. Мы придем к победе коммунистического труда. Таков был вывод, сделанный нашим вождем и учителем из этой революционной инициативы рабочего класса. Традиции великого почина живут, развиваются и крепнут. Советские люди своим самоотверженным трудом ежедневно демонстрируют свою преданность идеям Ленина, делу партии, великим коммунистическим идеалам.